Быть разом закликал первый областный фестиваль молоди, его ладили на площади славы у Могилеве. Идея объединять усе захопления сучасной молоди на одной пляцовце належит правоохранникам. Миновитые яны и задавали ритм святу. Разом. Назва фестивалю не выпадкова. Организаторы кажут, миновито молодь означает лёс краины, и громадство повинно дать им шанс реализовать себе. Знайсти таленты, затекавить их идеи. Головный сенс фестивалю. Молодь вандровала по всей площади и вызначала свои интересы. Само получается, так с детства занимаюсь, получается, само так все. А чем занимаешься? Турники, руси, качалочка иногда. Откуда такая любовь к спорту? Не знаю, с детства. Гости фестивалю цікавіліся военной техникой, надзирали за выступлениями правоохранников, знайомились с творчими коллективами в области. У тебя есть идеи, у меня есть мечты, и первым во всем становись ты скорее, найдешь ты себя. Мы образцовый хореографический ансамбль «Мечта», мы приехали из города Кричево, вот. Мы отправили видео, и нас отобрали на этот конкурс. Мы хотим хорошо, конечно, выступить и победить. У отрозненні от інших фестивалю тут перемогу святкавали усе. У вечера отбувся галоконцерт, где на сцене разом с зорками белорусской эстрады выступили и творчие коллективы из районов в области. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, «Новини регіон».